Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня к вашему вниманию схема. Сейчас пришли ионисторы. У меня сейчас только проблемка. Стал их заряжать, и они на одном ионисторе, значит, уже два с чем-то, а на других по полтора, 1,7. То есть надо доску баланса придется покупать еще. Я думал, может, пойдет так, но как стал заряжать, то есть не стал больше делать, как говорится, это можно спалить. То есть без доски баланса это делать нельзя. Какую схему мы будем, когда уж придут, сейчас уже заказали доски баланса, будем собирать, какую схему мы будем собирать на ионистах? Вот сейчас покажу первую такую схему. Схем много, но вот эту одну из первых. Это более простая, если она пойдет, то это будет хорошо. Ну, есть там старая, она более сложная. Та уже проверена на батарейках. Вот. Работает. Единственное, что батарейки говно, как я говорил. Они, как говорится, садятся. Сейчас пришли ионисторы. Вот. Поэтому схема на ионисторов, но только это. Чуть-чуть позже. Сейчас пока схему представляю вашему вниманию, схему, которую буду делать, как придут эти балансировка. То есть для зарядки ионисторов надо балансировку, а иначе я их спалю. Ждал где-то полтора месяца, пока придут. Спалю и опять. То есть все это идет из-за того, что долго, из-за того, что вот это вот, где я живу, у нас все дорого. То есть в 10-20 раз дороже, чем в Китае. А с Китая идет месяц, полтора, два. И вот все сразу, как говорится, не предусмотришь, да и с деньгами, чтобы сразу заказать нету. И вот ждешь. Значит, вот какова схема. Здесь, значит, идет ионистор. Сборка 5 штук. Значит, по 500 фарад, соединенных последовательно. Далее. Тут вот минусовой с ионистора идет напрямую на инвертор. И также вот, значит, вот тут вот мотор-генератор. Вот мотор-генератор. Генератор идет минус, также напрямую на инвертор. Вот сюда. Чтобы вместе были минусовые. А тут вот с ионистора идет не напрямую на инвертор, а с ионистора идет на реле. Так. Вот это вот реле, вот это открыто. Первоначально, когда включаешь, оно открыто. Значит, сюда оно пошло, вот стрелка, сюда наверх, и на мотор. Мотор, значит, пошел. Мотор пошел, вот он мотор. Через вал, тут у меня резиновые муфты. Мотор, значит, у меня сейчас такой стоит, 225. А здесь 420. Ну, я его поставил, тут муфты. Подошли вот эти муфты. Большой не стал ставить. Ну, для опыта. Ну, в дальнейшем это можно муфты тоже заказать будет. Это не важно. То есть не 420. Значит, выходит тут где-то в 3 раза больше. Это я показывал уже. 225 тут. Вот, значит, когда мотор закрутил, здесь вот, значит, замкнуло. Мотор закрутил. Генератор пошел генерировать ток. Этот ток пошел на реле сюда. То есть здесь прошло, допустим, там секунды 3, может 5. Ну, это посмотрим еще по ходу, как будет лучше, будем подбирать секунды, а может 10 там. Вот. И переключилось сюда. Значит, с генератора пошло на батарейку. Потому что тут инерция. Пока инерция закончится, это, ну да, секунды 3 примерно. Инерция. И она будет заряжать ионистор. Вот через эту. Тут выпрямитель мощный. На такие ионисторы надо выпрямитель где-то, короче. Я вот заряжал 5 штук, так вот подсоединил их. Этим. На 50 ватт у меня выпрямитель. Минут, наверное, 10 заряжается. Сначала вообще почти не проходит. 2 вольта напряжения.
1, потом 2 вольта. Проходит минут 5-то где-то. И начинает уже заряжаться быстро. То есть, значит, надо не 50 ватт, а где-то 200 ватт примерно, 250 ватт вот это вот. То есть помощнее для ионистрона, а помощнее. Чтоб, а он быстро хавает ток махом. Раз, если будет помощнее, то она сумеет заправиться там за 30 там, секунд, за минуту, а то и меньше. То есть вот такая схема. То есть смысл в чем? Энергия пошла, цепь размыкаем здесь, энергия пошла сюда, а потом обратная энергия пошла сюда. Если это соединить, как я и говорил, вместе, без реле, то получится энергия выровняется, замкнутая цепь, и система остановится. Потому что в замкнутой цепи, как известно, энергии некуда деваться, и она становится одинаковой везде. А раз одинаковая, то она, вы сами понимаете, если энергия одинаковая, она стоит, никуда не движется. То есть энергия может передаваться, если где-то, как говорится, в одном месте меньше, а в другом больше. Здесь напряжение меньше, в этом здесь больше, тогда она передается, или сила тока. А когда она одинаково становится, поэтому приходится на такие системы вот ставить реле. Реле тоже должны уже подойти, там у меня были, как я говорил, китайские. Они греются капитально. Заказал твердотелые. Не помню, 2 или 4 штуки, по-моему. Ну, про запас. 4 твердотелых, это, наверное, потянет все это. Сюда, значит, где-то 1 или 2 реле, чтобы это переключалось синхронно. То есть вот такая схема новая, БГТ на ионистрах. Вот. Когда будем запускать ее, наверное, не раньше, чем через месяц-полтора, пока это все придет, потом это сборка, и тогда уже покажем ролик, как оно будет работать все. На этом сегодня заканчиваем. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.